Тарам-там, тарам-там, тарам. Так, сначала... Новогодний, да, новогодний. Ну да, надеюсь, косметику все, девчачий подарок. Не, подождите, сначала минута нытья. Значит, все, хотя бы приздали. Я все думаю, так, наконец-то у меня будет потрясающая красивая картинка там в каких-нибудь соцсетях о том, что я наконец-то лучший игрок, и у меня больше всего забитых очков. А у меня не больше всего забитых очков, потому что у Гайла 26, а у меня 20. Нельзя. А вы понимаете, ошибок-то в атаке вон сколько. А у меня 79% в атаке. Муа! Все. Я искренне желаю, чтобы у вас все получилось. Ладно? Я люблю вас, верю в вас и желаю, чтобы все ваши мечты, ваши желания в следующем году сбылись. Дай Бог. Спасибо. Девочки, спасибо. Респект, уважуха. Спасибо, спасибо. Да, удачи. Женя красавец, вы посмотрите, у нас все красавицы. Ой! Нет, я за то, чтобы типа всегда бы так потрясающе играть против любой команды каждую игру, и поэтому я стремлюсь, чтобы у меня такая же феерия была каждую игру. Вот. Да, девчонок с победой, молодцы. В третьей партии был провал, собственных ошибок наделали кучу, может быть, подумали, что уж все выиграли и можно на этом закончить. Но в четвертой партии собрались, молодцы. Хорошо сыграли, четко. Поэтому сейчас готовиться будем. Через 3 дня еще одна игра с Челябинском. Тоже непростая команда. Сейчас уже все мысли о следующей игре. Да кого стыдоба, блин, почему я не могу... Да нет, вы понимаете, я не подала подачу при счете там 23. То есть ты хотя бы, может быть, там был бы шанс, если бы ты подержи, но не ошибку. Я просто так ругаюсь на молодых, когда они так делают, а сам, ну что это за пример? Ну, то есть, ну, нельзя, это правда. То есть, это концовка игры и подача в сет. То есть, это даже, ну, не то чтобы там, не в аут, что есть возможность ошибки соперника, что он ее коснется. И, в общем, ошибка на подаче, и ты не выигрываешь партию, когда ты плохо ее начал, собрался в серединке и концовку тоже чуть-чуть ошибся. Последняя партия смазана, конечно, очень сильно. Вообще впечатление от игры. До этого, то есть, ну, те цели, задачи, которые, в принципе, там были, мы выполняли. И я считал, что мы и четвертую партию должны были, то есть, более активно начать. И многое было у нас под контролем, но я считаю, больше желания должно быть. Больше желания, рвения, чтобы побеждать в таких матчах. Напряженных матчах, потому что и Казани это непростые времена, и у нас непростые времена, мне кажется. Вот здесь характер и терпение на первой роли зачастую выходит. Чуть-чуть в концовке вот мы это не показали характера. В четвертой партии Казань прибавила, притом очень сильно прибавила, и мы не справились с этим давлением. Допустили очень много ошибок собственных.
поникли и с большим разрывом проиграли. Возможно, где-то не поверили до конца, что можем, хотя настраивались изначально на борьбу, хотели показать себя, нам нужны победы, потому что у нас их мало, хотели показать все, что умеем. То есть у нас всего три человека, наверное, правильно, что это оправдание, три человека, которые вот давно в Енисее играют, но многие девчонки, да я вам честно скажу, сам еще до конца не привык, потому что мы сами сейчас понимаем, что там сейчас плюс 4 часа, это у нас 21, да, час ночи, 2 часа ночи. Бывают такие моменты, но это вообще, никого не касается, не касается ни наших болельщиков, никого. То есть мы должны тренироваться так, чтобы выигрывать. Но это когда заметно, значит, это наша проблема, которую мы должны решать. Есть такие моменты, иногда мы, так скажем, подзасыпаем. Мне кажется, все равно у нас такой сезон, что у нас все равно много «но» получается там от игры к игре. Мы стараемся их максимально там нивелировать, устранить. То есть, но пока еще все равно ищем себя, ищем свою игру, там свой состав. Поэтому в работе все. Должно быть удобно всем командам. То есть спасибо Красноярску, что он тоже пошел на такие уступки. И да, хорошо, что две домашние игры, предновогодние, домашние. Никакой разницы нет. Мы успели подготовиться, готовились именно к Казани. Единственное, что сейчас уже через 2 дня у нас будет следующий матч. Вот это уже будет чуть сложнее. Спасибо, ждем вас 24-го. 24-го приходите, все будет, Биря будет. Все, ждем. Пока!